итоги года и планы на будущее обсуждали накануне представители Общероссийского народного фронта. В Национальной библиотеке прошла ежегодная конференция регионального отделения. Война на этом фронте длится уже почти 4 года. От сражений никто не страдает, только выигрывает. Обратить внимание власти и постараться решить проблемы, которые больше всего волнуют жителей России. Для таких целей по инициативе Владимира Путина в мае 2011-го создали коалицию общественных организаций «Общероссийский народный фронт». А что касается содержания нашей деятельности, прежде всего это общественный контроль за исполнением указов и поручений президента Российской Федерации Владимира Путина. Важно отметить, что речь идет о соблюдении не только буквы, но и духа указов и поручений. А то у нас бывает, что формально все указы выполнены, а на деле издевательство. 2014 был непростым. В республике остро стояла проблема переселения из аварийного жилья, прибывали украинские беженцы. В 2015 акцент планируется сделать на системе здравоохранения, которая, по мнению большинства россиян, далека от идеальной. Помимо планов на будущее, на конференции решили ряд рабочих вопросов. В составе регионального штаба появились новые доверенные лица Владимира Путина. Пополнился состав ревизионной комиссии.